Оформить недвижимость теперь можно, минуя изнурительные очереди. Напомню, раньше, чтобы попасть к специалистам, приходилось дежурить у дверей с 6 часов утра. Однако теперь в республике заработал портал Росреестра. Достаточно зайти на портал ведомства и выбрать нужную услугу. Отмечу, что зарегистрировать свою недвижимость стало и доступнее, и дешевле. Цена снизилась почти на 500 рублей. В электронном виде представлены не только электронная регистрация недвижимости, но и также другие наиболее востребованные услуги Росреестра. То есть это постановка на государственный кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, и сделок с ним ЕГРП и кадастры недвижимости ГКН. Добавлю, что с того момента, как услуги стали доступны онлайн, свои документы подали 19 человек. По словам сотрудников Росреестра, еще мало кто знает о такой возможности. Поэтому для тех, кто не разобрался с работой сайта, выпущены специальные буклеты с пошаговой инструкцией и специальное издание «Вестника недвижимости».